сборник, корзинку впереди, дороженька на горку, за лесок через мосток. Он сегодня недовольный, снова бой на колокольне разбудил его с утра, и он бежит в метро, ему пора, пока она одна, и он один, не начата игра. Он почти уже мужчина, ему папа подарил на праздник настоящий пистолет. Собрались друзья, подружки, держим ушки на макушке, там гуляют не на шутку, натворят опять немало бед. Что это значит? Нет, у них обед, а впереди куплет. Если б знать, когда от бабушки пойдешь ты, угадать из тысячи ненужных слов десяток самых важных, набрать цветов бумажных, возбудить ответную улыбку на твоем лице. Что он в ней нашел такого? И она с ним с полуслова, и в кино, и в домино играет ночь до самого утра. Удивительное дело, все кукушка насвистела, и лямура просто пуля, дура, как обычно, подвела. Не твердая рука, не трезвая башка, она с ним за руку идет, и на ходу травинки рвет, о чем-то неземном поет, и булками трясет корзинки. Ну и такая красная шапочка удаляется в закат. Да, титры. Красная шапочка в главной роли, серый волк. Ни один серый волк при съемках этого фильма не пострадал. Я вас уверяю. Кто еще были? Охотники, да? Охотники были обязательно. Но они где-то там за кадром. Они, видимо, в закате красную шапочку встречают. Бабушка была, бабушка живет до сих пор. Долго и здравствует. Тогда вам всем привет.